Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Марина Белиловская, автор и ведущая проекта «Лукошка возможностей». И Лукошка продолжает вас радовать новыми темами и новыми спикерами. Сегодня у меня прекрасная гостья из Канады, Эмили Брон. И меня безумно привлекло в Эмили ее жизнеутверждающая сущность. И вот такая вот брызжущая энергия, и мы уже с Эмили встречались и очень много говорили, мы очень близкие по уровню энергии, наверное, люди. И я немножко представлю Эмили. Эмили – владелец консалтинговой компании International Lifestyle Consulting. Эта компания занимается тем, что помогает найти вам, дорогие слушатели, более подходящее место для переезда за границу, базируясь на вас и вашей конкретной ситуации. В основном, я так понимаю, это делается для жителей США и Канады, но мы еще об этом поговорим. Также Эмили ведет подкаст «Эра перемен». Эмили ведет все по-английски, поэтому мы сегодня будем переводить какие-то понятия для вас. И, в общем-то, этот подкаст про счастливую жизнь после 50, потому что это возраст, в общем-то, когда многие считают, что что-то начинать уже поздно по разным причинам. Так вот, мы с Эмили считаем, что это не так. И в этом подкасте очень много различных тем. И темы сами по себе потрясающие. Только послушайте. Переезд за границу и образ жизни эмигранта. Наслаждаемся активной жизнью. Да, после определенного возраста, запуск бизнеса, проекта после 50 или после кризиса, гиды и тренеры по саморазвитию, переосмыслению и эко-деревни, вольные города и целевые сообщества. И вот как раз сегодня, долго выбирая из компетенций, которые и материала, которые нам может предоставить Эмили, мы решили остановиться именно на городах будущего, на эко-поселениях. И я очень рада приветствовать вас. Добрый вечер, Эмили. Добрый вечер, Марина. Рада быть с вами, рада поделиться своими знаниями, идеями, может быть, где-то и с вами, и с вашими слушателями. Сразу хочу предупредить, что тема эта довольно-таки новая, поэтому наверняка будут, ну, новые термины, где-то новые понятия. Я постараюсь не перегрузить людей, но если тема заинтересует, то есть сегодня то, что называется обзор по-русски, да, overview. Вот. А в этом направлении такое большое развитие происходит, вот, даже, наверное, в эти дни, что мы говорим, что каждый раз я что-то новое узнаю, и если будет интерес, я вернусь опять к вам уже по каким-то конкретным разделам, проектам можно будет поговорить. С удовольствием, с удовольствием. Для того, чтобы немножко ввести слушателей в курс дела, я попрошу вас коротко рассказать, может быть, о вашем жизненном пути, сколько вы уже находитесь в Канаде, почему именно эта тема вас привлекла. Ну, у каждого есть свои причины, и мне всегда очень интересно слушать истории людей, потому что это всегда вдохновляет, стопроцентно. Вот я в это верю, и у меня есть прямо отдельный плейлист на моем канале «Вдохновляющие истории», поэтому я очень бы хотела послушать вашу. Ну, «Вдохновляющие истории» – это как бы основа моего подкаста. И я еще раз хочу напомнить или даже сказать, как это звучит по-английски, потому что, мне кажется, по-английски, ну, я долго выбирала звучное название. Age of Reinvention, то есть перерождение, переосмысление – это первая часть. То есть Age of Reinvention – Redefine your freedom lifestyle, то есть переосмысли или измени, можно через запятую, свою свободу, образ жизни and purpose at midlife, и смысл жизни
в среднем возрасте, как смешно немножко звучит по-русски, но это так. И средний возраст люди определяют по-разному, кто-то после 40, 45. Для моего подкаста и истории тех людей, которых я ищу и собираю по-английски рассказать о себе, это люди выше 50, 60, 70 и так далее. У меня уже такие тоже есть, которые что-то поменяли, ну, по большому счету, что называется, в своей жизни, или переехали куда-то из страны в страну. И у меня довольно много историй иммигрантов, таких как я, таких как вы, наверняка многие из наших слушателей. И эмигрантов я определяю, это люди, которые приехали на Запад, ну, в данном случае Соединенные Штаты Америки и Канада. И есть у меня истории экспатов, то есть люди из Канады, из Америки, которые переехали в другие страны, люди, которые уже ушли на пенсию и ведут очень активную жизнь, и каждый рассказывает свои истории, люди, которые начали бизнес после 50. Или что-то новое, да, может быть, был один бизнес, запустили другой, и свои идеи сделали какой-то проект, или в процессе, значит, развития этого проекта, люди, которые не останавливаются, у которых есть идеи, которые и хотят жить интересной жизнью, и, наверное, по-другому просто не могут. А теперь, значит, возвращаясь к моей истории, ну, я родилась в бывшем Советском Союзе, в Молдавии, то, что сейчас самостоятельная республика Молдова, закончила, ну, институт, работала в Академии наук Молдавской тогда какое-то время, потом вышла замуж, переехала в Украину, то есть жила на Украине с моей молодой семьей тоже какое-то время. В 90-м году мы переехали всей семьей в Израиль. И семья мужа, и моя из Молдавии. 7 лет в Израиле, я считаю, тогда я так не считала, но потом, переосмыслив, глядя назад, самыми яркими, интересными годами моей жизни, это было с 90 по 97. Да, когда я жила в Украине, я работала в проектном институте, если кто-то помнит такое понятие. У меня вообще инженерное образование, поэтому я работала в проектном институте. И до этого я заканчивала специальные курсы по экологии, там была очистка воздуха. В Израиле я поняла, что ни наукой, ни очисткой воздуха, ну, мне как бы сразу не грозит. Языка-то не было, языка нет, денег нет. Ну, в общем, в Израиле я начала работать в банках, в банке. Закончила специальные курсы, которые устраивали тогда для новых иммигрантов. В Израиле мы прожили 7 лет, в Тель-Авиве. Вся моя семья фактически осталась там. Мы решили переехать в Канаду. И вот уже 27 лет я живу в Канаде. Пару раз мы тут переезжали, ну, в одной и той же провинции, в нашей Онтарио. И сейчас я живу в пригороде Торонто. В Канаде мне опять пришлось поменять специальность, потому что я уже понимала и знала, что в банке я работать не хочу больше. Вот, ну и как было такое движение массовое среди наших иммигрантов, и не только наших, IT-консалтинг, это, то есть пришлось переучиваться где-то на ходу, я бы так сказала, и больше 25 лет я работаю, как работала, как IT-консалтант, и проработала в очень многих организациях Торонто. В основном это правительственные организации, наши ведущие банки и страховые компании. И при всем этом мне всегда хотелось чего-то иного. То есть я всегда любила путешествовать, я всегда, ну еще начиная с Израиля, хотела работать в этой отрасли. Мы ездили, мы смотрели, я люблю историю, археологию, ну в общем то, что многие из нас разделяют наверняка те же самые интересы. И через какое-то время в Канаде я стала вообще мучиться. Ну, работа не удовлетворяла, скажем так, только материально, что очень важно, но не удовлетворяла иные стороны моей души.
Вот, и я когда, ну, после 50, наверное, многие начинают задумываться, а что делать дальше, да, вот этот будет age of reinvention, ну, тогда я это так не определяла, хотя я и до этого, я все время что-то хотела поменять в своей жизни, хотя оно и так менялось, вот, и я себе придумала, что я, наконец-то, должна на старости лет иметь какую-то компанию, какое-то дело, которое будет меня не только кормить, но будет меня, ну, приносить удовлетворение. И так как я вот думала, что да как, короче, работая одновременно, я сделала себе license, то есть лицензию на как это по-русски, На агента ну, путешествий. на агента путешествия, но меня даже интересовало не столько агента, а вообще изучить эту область, как оно делается с точки зрения бизнеса, потому что, будучи, в общем-то, независимым работником в IT, я понимала, что это совершенно другой рынок, совершенно другие законы, и вот я, значит, получила этот лайсенс, я начала работать под американской большой travel, туристической корпорацией, которая имела, может, сейчас имеет, не знаю, филиал в Канаде. И тут для меня открылся как бы совершенно другой мир, потому что одно путешествовать, а другое вот это самое дело развивать как бизнес. Причем будучи, значит, ну, один человек. То, что называется solopreneur, да, у нас. И когда я начала думать, а чем же мне в этом туристическом бизнесе, то я хотела быть гидом, то я хотела делать маршруты. Ну, я их делала для себя, для путешествий, для знакомых. Тут я задумалась, потому что круизы меня не интересовали. То есть я была, я поняла, я этим заниматься не хочу. Мне это не интересно. Если я уже это делаю, так нужно же делать то, что мне интересно. Меня заинтересовал медицинский туризм. Ну, это как бы особая тема, которой я давно интересуюсь до сих пор. Ну, так, в двух словах для тех людей, для которых это новое понятие. Люди ищут возможности получить медицинские услуги или стоматологические, или другие, какие-то даже хирургические операции, не в своей стране, а за пределами своей страны по некоторым причинам. Например, для канадцев, потому что у нас этих услуг нет, или эти болезни не лечатся, или надо очень долго-долго ждать, зубы дорогие всюду, а для американцев. Почему я хорошо знаю разницу между как бы нашим рынком и не только в этом плане. Оно вроде бы есть, но очень-очень дорого. Поэтому меня привлекла Латинская Америка, потому что у меня самой были проблемы. И вот я начала ездить, я начала делать самой себе, я начала узнавать врачей. Ну, в общем, это одно направление. А второе, когда я задумалась о том, а где вообще, как я буду на пенсии жить, я поняла, что в Канаде мне как-то слабо светит остаться в том месте, в том доме, где я сейчас живу, потому что жизнь очень дорогая. Да, я осталась одна уже как бы 15 лет назад, 18 лет, я уже не помню, с двумя детьми. Ну, дети выросли, но все равно я, в принципе, неплохо зарабатывала для женщины. Ну, понятно, что пенсия приходит, и вообще я все время на контрактах, я все время на контрактах. Это очень тяжелая судьба, я имею в виду все время быть в поиске работы. И потом канадские зимы меня совершенно не привлекали. Вот, и с каждым годом все меньше и меньше. И потом мне очень перестало нравиться то, что происходит в Канаде, вот в нашей стране. И все это меня привело к тому, что нужно ехать. Вот. А это вопрос, куда ехать? И я занялась этим вопросом тоже серьезно. Я начала изучать страны и места, которые подошли бы мне. Я начала туда ездить, в некоторые я уже и так была, но с другой точки зрения, с точки зрения жизни. То есть направление, которое я запустила,
looking for retirement places, то есть в поисках места для пенсии, и где я, во-первых, я поняла, что это не только моя проблема, что очень многие канадцы и американцы, то есть люди, которые родились и живут в этой стране, так же, как иммигранты, подходя вот к такому определенному возрасту, приходят к выводу, что нужно уезжать, или климат не устраивает, стоимость жизни, преступность, ну, в общем, у каждого свои какие-то моменты, вот. И я начала интересоваться этим вопросом, я ездила на конференции, которые тогда были вживую, это было до ковида, послушать, о чем там говорят. Да я тоже, наверное, могу. Ну, так это самоуверенно подумала тогда я. Вот. Но я познакомилась и с, как это, девелоперами, с теми людьми, которые развивают подобные направления в разных странах. И я пришла к концепции еще раньше, что нужно делать такие туры. Туры для людей, которые вот хотят посмотреть разные страны именно с точки зрения, что называется, прикинуть на себя. И та страна, которую я выбрала для себя, потому что я сделала ресерч, исследование, да, и это была Мексика. То есть на тот момент я знала, ну, какие самые популярные страны, во всяком случае, на нашем континенте, имею в виду североамериканском, с точки зрения пенсии. Это были и есть Мексика, Панама и Коста-Рика. И, короче, значит, а потом я поняла, что наши, во всяком случае, восточноевропейские русскоязычные люди, им, что называется, продать Латинскую Америку очень трудно, хотя мне очень нравится, я не говорю по-испански, прошу отметить. При всем при том, как бы по темпераменту и по ходу жизни, чем больше я узнаю, тем мне это кажется ближе. Но наши люди любят Европу, которую я, в принципе, тоже люблю. Поэтому я расширила круг своих стран на как бы популярные страны для тех, кто хочет, ищет место на пенсию. Это Португалия, Испания, Италия, Греция и Болгария. Почему так? Ну, потому что разные страны, разный бюджет, разные условия жизни. И меня очень интересовали, интересуют до сих пор expat communities. То есть, где люди живут, которые переезжают, вот откуда у меня есть знакомство. Чем одна комьюнити отличается от другой, какой образ жизни. Ну, в общем, вот такие вот детали. И я уже готовила, у меня было два тура подготовлено на Мексику. Для себя я решила, что Мексика – это для меня. При этом я начала ездить и проездила очень многие штаты Мексики сама. Вначале с моим мексиканским как бы партнером по бизнесу. Вот, а потом почувствовала, что я сама могу. Вот, значит, я начала это делать периодически сама, у меня там определенные интересы есть. Это особая тема, кстати, которая действительно людям нужна. Это, как это, дома престарелых. Дома престарелых, целый проект. Я возила врачей отсюда из Канады, понимая, что, знаю, что тут, опять же, этого не хватает, в Америке это дорого. И вот эти проекты, я за ними до сих пор слежу в Мексике, дома престарелых для англоязычных людей. Вот, а тут, значит, случился COVID, и мои все туры, не только мои, все, значит, накрылось. Вот, у меня уже были билеты тогда в Португалию, в Испанию. И вначале же казалось, что это на месяц-другой, или, как нам говорили, на 2 недели. Вот. А потом я поняла, что это надолго. И так как бы, и что первая отрасль, которая, то есть я осталась без работы и в своей основной работе, то есть все это я делала параллельно. Это был, что называется, мой сайт-хасл, да, это то, что я, мой хобби или мой бизнес, который я развивала параллельно. Первая компания у меня называлась Travel Passion, вот это медицинский туризм и туры для пенсионеров или для тех, кто ищет место по переезду. Тут начался COVID, я поняла, что все, путешествий не будет очень долго, и вообще непонятно, что будет. И вы знаете, все жалуются на ковидный период, и я знаю почему, но для меня это было
И остается, наверное, самое интересное и самое плодотворное время в моей, скажем так, канадской, североамериканской жизни, потому что первый раз за 20, сколько там, 5 лет на тот момент, 23 года моей жизни я не работала, и у меня была возможность вот-вот сесть, что называется, дома, но мы все сидели. И я вообще пыталась разобраться, что происходит, искать информацию, в общем, ну, как многие из нас, да, вот я не могу сказать, что я была очень напугана, ну, в меру, как многие из нас, но этот период дал мне вот возможность, и я вдруг узнала о таком новом явлении, как digital nomads, или по-русски говорят, цифровые кочевники, что меня очень веселит. Вот, я присоединилась к этим онлайн посиделкам, скажем, вот, и много узнала, но это была молодежь в основном, и молодежь из западных стран. Ой, я могу долго рассказывать о себе. В общем, я открыла для себя новый мир. Я зашла в разные Да, я нетворки. просто хочу немножко Да. к теме, к нашей И потихоньку. вот что я хочу сказать, и понимаю, что путешествия как таковые не будут возможны, ну, на годы вперед, и денег тут нет, если говорить о бизнесе. Вот, и думая о том, как я могу найти себе новое применение, я заметила, что люди переезжают. Люди начали переезжать из Соединенных Штатов в Мексику. Откуда я это знала? Потому что я во многих экспат-группах в Фейсбуке была. И я думала, как интересно. В общем, я сделала International Lifestyle Consulting, уже совершенно другую компанию, понимая, что многие люди, особенно американцы, канадцы, не имеют опыта миграции, не знают, что это такое, не знают географии, особенно других стран. И вообще, как бы, я поняла, что мой опыт и жизненный, и профессиональный, и в путешествиях может тут пригодиться. И у меня уже было много, значит, знакомств с юристами, с разными специалистами. Ну, вот так получился International Lifestyle Consulting. А в этом году я решила как бы тему расширить. Да, хочу сразу сказать, что я поняла, что надо как бы из Канады уезжать, причем быстро. Вот, и у меня как бы на сегодняшний день есть и резидентство Мексики, которое мне позволяет жить в Канаде тоже, и резидентство еще нескольких стран. То есть я за вопрос взялась серьезно и вошла в эту тему. И потом, в связи с тем, что вот даже за последний год опять произошли какие-то изменения, которые лично на меня оказали, ну, большое влияние после 7 октября, и вообще вот мир мне показался страшно несимпатичным, и очень часто люди спрашивали, я знаю, у нас там в русскоязычном Фейсбуке, да куда ехать? То есть людям не нравится, люди понимают, что вот есть проблемы, но, мол, ехать некуда, только на Марс. А я вот задумалась, я думаю, нет, ну не может быть, что только на Марс. Я начала искать, и вот я нашла Free City Foundation. То есть я нашла несколько проектов, которые предполагают другие формы жизни на этой земле, не на Марсе. И вот чем больше я вхожу в тему, тем больше, то есть я примкнула к другому движению. И теперь мне даже уже не интересно рассказывать про Испанию, Португалию, Италию с точки зрения жизни там на пенсии. Я это как бы тоже знаю, потому что мне не нравятся эти страны тоже. Вот. Мне не нравится социалистическое правительство Испании, Канады. Мне не нравится, что происходит в Соединенных Штатах. Главное, что не только мне, это не нравится очень многим людям. И поэтому вот это вот движение свободы и возникновение новых городов получило такое развитие вот в последний год. Спасибо, спасибо. Это было короткое представление о себе. Да, Отель это Леброн. было очень. Итак, Вот. наша основная тема, что же это такое за эко-поселение, что же это такое за свободные города. Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста. Давайте, наверное, я даже начну с того, вот как я начала до этого доходить, и по ходу дела, значит, какая информация приходила ко мне. Так как я участвовала, ну, слушала, общалась
с Digital Nomads, ну, с этим новым движением, которые вот из стран в страны переезжают. Ну, это в основном IT, ну, молодые люди, скажем, из западных стран, которые ищут и уже нашли, или переезжают с одной стороны в другую. В общем-то, я тоже так хотела, но у меня так не получилось. Вот, я начала выяснять, значит, где они живут, какие страны, находить контакты вот эти самые в этих странах, которые до сих пор знаю. Вот, и потом я поняла, что вот это передвижение из страны в страну не может быть долго, что государство, государственные системы будут стремиться людей как бы присадить. Вот. И не будем сейчас говорить об этом движении, в котором тенденции изменились. Вот. И я все время думала, что нужно какое-то поселение. То есть меня интересовали новые поселения. И вот на одном из онлайн-ивентов, которые я посещала, рассказали, что, оказывается, есть такая страна Free Republic of Liberland, Свободная Республика Либерленд. Я послушала речь президента, пришла в дикий восторг, тут же пошла на веб-сайт, значит, где там, подала заявку, что можно стать e-резидентом. Что такое e-резидент? То есть электронным резидентом. Кстати, понятие о e-резиденции первое. Эстония вышла с этим новым как бы новшеством в плане, что можно компанию зарегистрировать, это для бизнесменов, можно компанию зарегистрировать в Эстонии. Эстония часть Европейского Союза, и благодаря этому можно жить, значит, в Европейском Союзе. Но это, в общем, каждая виза и каждая страна, которая потом пыталась и до сих пор пытается и выпускает новые визы, новые миграционные правила, существуют как в Европе, так и во всем мире, скажем. И я даже могу сказать, что существует competition, соревнования между странами, вот последние годы, кто привлечет к себе вот этих самых digital nomads, то есть профессионалов, молодых или не очень профессионалов, и кто привлечет к себе деньги, инвестиции в те или иные проекты. И вот когда я узнала про Либерленд, мне страшно понравилось, вот я не знаю, ли будет видно, но у меня нет, не видно, у меня даже, в общем, я стала резидентом этой самой страны, вот мне прислал президент флаг и другие карточку. В принципе, можно получить и паспорт, у них есть паспорт, и страна это находится, я уже вот забегаю немножко вперед, между Сербией и Хорватией. Вит Ядличко – это молодой политик 40 лет, в прошлом году ему исполнилось 40, который работал в парламенте Чехии, пытаясь изменить существующие там какие-то правила, системы, пришел к выводу, что так тяжело что-то поменять в существующем государстве, что легче начать новое. И вот он, и, значит, и близкие к нему люди начали искать, где же найти такую новую страну. И выяснилось, что, ну, причем серьезно, как бы с юридической точки зрения, вот такую как бы ничейную землю. И выяснилось, что, в общем-то, сравнительно недалеко в центре Европы оказалась ничейная земля. 7,5 квадратных километров, полуостров на Дунае между Сербией и Хорватией. И Ядличко пришел туда вот с этим самым флагом и со своей подругой и поставил там этот флаг и сказал, вот здесь будет государство Свободная Республика Либерленд, что привело, конечно, в дикий восторг соседствующие страны. То есть, что получилось? Сербии, в общем-то, это понравилось. Это на сербской стороне, если говорить о Дунае, а Хорватии абсолютно нет. И хотя земля ничейная, так получилось, что после развала Югославии вот оказался такой кусок, и как я вот уже знаю, несколько таких кусков, но все уже куски разобраны. Я сразу говорю, ребята, туда больше не надо ехать, все ничейные куски на Дунае уже разобрали. Вот. И в чем, что мне понравилось, значит, в этой идее, что это государство основано на
конституции, американской конституции Джефферсона. В принципе, они соединяют лучшие идеи демократии и либертарианского, скажем, течения, которые, к сожалению, были утрачены в Соединенных Штатах Америки и в других странах Запада, скажем так. То есть они пытаются, ну, то есть возродить. То есть вот эта конституция, значит, таксы никто не платит. То есть платить таксы – это большая честь, то есть только добровольно. И тут как бы все серьезно. Вот казалось бы, вот такой смешной проект, но в принципе министр иностранных дел, министр внутренних дел. И этот проект с 15-го года существует, то есть ему уже 9 лет. Он привлек внимание многих стран. То Значит, есть можно я задам вопрос? То есть это вот да. эта земля, эти 7 километров, их Половиной, с да. половиной, их купили вот этот человек? Его как бы покупать не надо было, потому что он никому не принадлежит. Он никому не Выяснилось. принадлежит. То есть этот человек, каким образом он себя взял и сам назначил Оказывается, который есть такие основатель? законы, есть там Монтевидео конвеншены и согласно, то есть там были юристы, он пришел с юристами, с кадастрами, потом, что же вы думаете, был суд несколько лет, Хорватии пришлось согласиться, что земля ничейная, а раз земля ничейная, вот типа, кто первый пришел, поставил флаг, вот сказал, что это моя земля. Но это не значит, что проблем после этого не было, но по определению, для того, чтобы создать новое государство, нужно иметь конституцию, нужно иметь людей, где-то я уже там забегаю вперед, Ну, нужно жить иметь нужно на семью. минуточку там где-то в каких-то домах. Да, кстати, Витья Дличко с большим воодушевлением вспоминал историю Израиля. Вот как приехали люди, ну, это не совсем аналогично, конечно. Вот приехали люди с разных стран, маленький кусок земли, организовали государство, начали строить, ну, в Израиле земли побольше, вот, чем в Либерленде. Но идея эта так вдохновила. В общем-то, богатые люди начали, и политики, несколько американских политиков, кстати, очень заинтересовались этим проектом. Вот, например, Стивен Форбс, известный, считается почетным гражданином этого государства, он вложил деньги. Ну, в общем, еще люди такого толка. Ну, давайте так, это как бы первая модель, с которой я познакомилась, первое государство, которое... есть уже проект постройки на этих 7,5 километрах. Будет фантастический город. Его, правда, не начали пока строить. Лучший архитектурный дом в Англии. Лучший архитектор, значит, был конкурс на лучший город, лучший проект для этого города. Но идея этой страны, значит, что в Европе будет... Значит, конституция американская, система административная, как в Швейцарии, то есть разные кантоны. И если один кантон вот в Европе, а Европа считается неблагополучной для развития бизнеса, вот Европейский Союз, в общем-то, не дает развернуться многим странам, то другие какие-то кантоны будут на других материках. Мне эта идея очень понравилась. Я даже пыталась как-то познакомить их, в общем, чтобы очередное... Кантон был в Мексике, то есть определенные поселения будут на разных континентах. То есть люди, которые принадлежат к этому сообществу, могут жить, опять же, в разных странах мира, а это как бы центр будет в Европе. Но пока как бы до этого не дошло, они начали строить, и все было хорошо и красиво. Продавали землю на этих 7,5 километрах. Вот. Ну, прошлым летом хорваты вроде бы их признали, а потом пришли полицейские, все поломали, все испортили. Вот с тех пор они судятся. Ну, это как бы одна модель, хотя они не теряют как бы духа. Для меня лично это просто объяснение того, что с Европой связываться трудно. Хотя все равно вот другие проекты, о которых я расскажу, они уже запущены в Европе. И намного больше возможностей, и фактически строительство уже идет в Латинской Америке, потому что правительство латиноамериканских стран, скажем так, более заинтересовано в развитии вот подобных, сейчас я говорю,
о проектах, да, потому что Да, я немножко запуталась. То есть мы сейчас говорим вот о как бы странах мы будущего, да, говорим о которые... микро, это микронейшн, то есть есть микронейшнс, есть отдельные проекты, вот я поэтому давайте как-то перейду, значит, давайте определимся, значит, я вам представила пример нового государства, которое, в принципе, признано уже очень многими странами. И ЮС, у них есть представительство, у них есть дипломаты, то есть все необходимые, почти все необходимые критерии для существования государства. У них есть своя валюта, криптовалюта, которая называется мерит, то есть заслуга по-русски. И вот у них все написано в мерите. Конституция, вся финансовая система, юридическая. Вот были выборы на прошлой неделе. Я не принимала участие в выборах. Очередные выборы правительства страны онлайн. Потому что я не гражданин. Я не получила паспорт. Я решила подождать. Просто я увидела, как много других проектов, и хотя мне Либерленд и люди, которые там очень нравятся, очень близки, но вот я решила, а посмотрим, что еще будет. Но если говорить о микронациях, то на сегодняшний день одна новая страна – это Либерленд. Остальные проекты – это так называемые свободные города. Новые частные свободные города. И тут мы будем говорить о другой организации, которая называется Free Cities Foundation. И там под ней как бы есть еще другие организации, другая организация Типолис, которая, в принципе, аккредитована в Сингапуре. Но, кстати, я забыла упомянуть, как в состав Либерленда, так и в состав почти всех этих других проектов входят люди всего мира. То есть это проекты, открытые для людей из разных стран. Естественно, там иммиграционные какие-то другие правила, мы сейчас о них говорить не будем, но в принципе они построены, для всех, то есть для энтерпренеров. В чем Либерленд? План Либерленда – это стать Сингапуром Европы. То есть модель Сингапура, экономическое развитие, ну вот город-государство, да, ну там чуть-чуть больше. Или, например, другой пример, существующий, наверное, знакомый людям, это Гонконг. Именно за счет того, что есть, так сказать, правильная, свободная экономическая политика, свободная политическая система, нет этого taxation, ну... Короче, все это не задавлено таксами, и произошло то, что называется экономическое чудо, благодаря которому и Гонконг, и Сингапур развивались. Ну, как бы эти города уже там. Сегодня речь идет о развитии новых городов. И в зависимости, кстати, от страны и в зависимости от специфики есть разные экономические рычаги. И кто занимается именно планированием и развитием вот этих вот вольных городов. И это вот эта организация Free City Foundation. Во главе ее стоит немецкий энтерпренер Титус Геббель, но также много американских, европейских и представителей других стран. То есть в основном, опять же, это либертарианская идея, но идея, если уж на то пошло, не новая. Идея была вольных, свободных городов, была в истории и показала себя как действительно очень хорошо работающая. Давайте вспомним про Венецию. Вот вам, пожалуйста, город-государство, значит, который в средние века был в центре внимания и, в общем-то, был славен своим экономическим развитием. То есть это вот примерно модель, только переложенная как бы на современные условия, скажем так. Ну, была известна Венеция, известна история Дубровника, того же Катора, ну, эти модели вот городов таких портовых городов. И То есть, история знает... можно на секундочку остановлю. То есть, как бы вот эта идея свободных поселений, да, вольных поселений, в чем их привлекательность? То есть, что это? Это какой-то город в крепости? Или это какое-то экологическое поселение? Вот почему, например, мне бы нужно было заняться этой темой, почему, например, мне было бы интересно там жить? Вот какие доводы?
на этот Хороший счет? вопрос. Значит, есть разные причины, по которым люди могут и ищут уже возможности переехать и жить в таких городах. И давайте мы сейчас тогда остановимся на слове «свобода», которое, конечно же, имеет очень много разных понятий. Это сладкое слово «свобода», и люди понимают их по-разному. Но так получилось, что в современном мире концепция свободы для некоторых людей кажется далекой мечтой, нереализованной. Люди, даже живущие, так сказать, в свободных странах Запада, вдруг, и COVID этому очень помог, люди были разочарованы и есть разочарованы действиями своего правительства, своих правительств, скажем так, которое навязывает определенные правила, ограничивает людей в выборе. И вот этими разрастающимися бюрократическими организациями и институтами, скажем, которые давят на свободу. И если даже говорить конкретно вот то, что я замечала, ну вот Канада довольно-таки социалистическо-ориентированная страна была и раньше. То, что происходит сейчас, это вообще как бы... То есть там будет более справедливый строй, Очень так. много молодежи из Америки. Люди уезжают. То есть, если говорить про миграции, люди уезжают из Соединенных Штатов, из Канады, из многих стран Запада. Вопрос, куда ехать? Вот этот вопрос, куда ехать, люди решают по-разному. Поэтому организация эта предлагает опции. То есть, и мне, например, тоже. И главное тут, что ты живешь. Или ты можешь выбрать поселение или, скажем, город, где живут люди, которые идейно с тобой близки, да? То, что называется like-minded people. То есть это можно жить в деревне, это можно жить в городе, то есть разным людям Вот вы нравятся карту мне разные. показывали, это про эти города речь идет? Это те города, которые относятся к Free City Foundation. То есть фонд свободных городов теперь включает... То есть, что он разрабатывает? Экономисты, инвесторы, люди, знакомые вот с разными формами урбанистического строительства, архитекторы разрабатывают проекты городов. То есть, города были запущены уже 3-4 года в такой стране, как Гондурас. То есть, Гондурас оказался, в общем-то, впереди, дал, это то, что называется case study, да, работающая модель, в которой были инвестор, я не помню даже он американский или То есть там уже какой, есть, в Гондурасе уже есть такое свободное поселение. есть два города, два Два города. поселения построенных, они продолжают строиться, как бы вторая линия, одно для местных людей, то есть две разные модели, то есть для гондурасцев, то, что называется закрытая gated community, закрытая комьюнити, и выбрана была, вот что интересно, вот страна, которая, ну, известна своей высокой преступностью, своим низким экономическим развитием, именно как бы в таких странах вот приходят бизнес-люди и говорят, мы вам сделаем, дайте нам автономию вот на этом конкретном куске земли или на этом острове, и мы вам построим поселение, мы привлечем бизнесы, мы привлечем капитал, типа вам будет хорошо и нам будет хорошо. То есть это я так грубо, значит, объясняю, одна из моделей, которая в принципе работает. Я вот И жду. там нет у них преступности в этой А так комьюнити. как это gated community, подписывается контракт. Значит, в чем экономическая? Тут, значит, есть несколько составляющих этого, да? Конечно, получается, что мы живем на территории страны. В данном случае мы говорим о вольных городах, да? Это, допустим, страна Гондурас. Приходит компания, который говорит, мы тут все построим, мы построим дома, мы будем производить maintenance, как это по-русски, ну, все, что необходимо, обслуживание этих городов, и люди могут рентовать. Значит, они построили, в общем-то, дома неплохие, двухспальные дома для семей и для рабочих Гондураса. Это было вообще неслыханно.
потому что гондурасцы привыкли, что в таких gated community, что называется, живут только богатые люди или, значит, белые грингос. А тут, оказывается, они тоже могут за $120, ну, в принципе, жить спокойно, свободно, то есть там была обеспечена безопасность, детские площадки, но все то, к чему как бы привыкли люди на Западе, вдруг стало доступно людям. И вначале они вроде как бы не верили, а потом я знаю, что есть лист огромное ожидание, чтобы попасть на следующие очереди. А, и что происходит? Значит, компания тебе не принадлежит этот дом в данном проекте. Ты снимаешь на год, то есть ты должен соблюдать определенные условия, ну, то есть платить муниципальные там, нет, не муниципальные, платить за услуги, там вода, электричество, в общем, все, что полагается за уборку. Но в то же время компания ответственно обещает тебе соблюдать, она, значит, твою безопасность, что, в общем, все будет почищено, сделано в срок. И в чем смысл, экономическая модель, как бы, на чем играют эти самые новые поселения, что если вам не нравится, через год вы плохо работаете. То есть что происходит с правительством во всех странах? То есть неважно, какие, и мы говорим сейчас о правительстве местном, то есть на локальном уровне, там город или поселение, там провинция или штат и государство. Что бы они ни сделали, как бы деньги они ни потратили, чего они уходят на пенсию с хорошим там пакетом или и все остается, как бы люди там пошумели, все продолжает оставаться так же. А здесь, значит так, мне лично не нужно ни федеральное правительство, ни провинциальное правительство. Мне нужно, чтобы в моем городе был порядок, чистота, чтобы люди спокойно ходили, нет, чтобы были все необходимые условия для жизни, понятно, и если это там город, там есть школы, там есть детские сады, то есть вся необходимая инфраструктура. Если по какой-то причине, значит, и это контракт, в котором ответственность лежит на человеке, который подписывает, на рентере и на той компании, которая предоставляет эти услуги. И вы Что ты сейчас сделаешь? говорите конкретно про модель Про для модель свободных гондурасцев городов. или вообще? Гондурас – это уже существующая модель. Два города. Если мы говорим, есть еще другие города, но сейчас я говорю об этих, потому что они уже существуют, уже есть расчеты, А вот можем уже мы видно. карту посмотреть? Вот вы Да, показывали карту, давайте карту посмотрим карту я даже, чтобы просто. люди увидели, что если вот как бы в Гондурас я прямо Может быть, не... понимаете, опять же, там есть две ту карту, которую я вам сейчас показываю, она видна. Да, ну Это только на карта. полный экран сделайте, пожалуйста. Да, вот так. Я сделал на полный экран. Ага. То есть это карта существующие на сегодня поселения, проекты в мире. В рамках этой самой организации. Я почему так это отмечаю? Потому что есть другие организации, которые строят свои поселения. Я их тоже знаю. Вот, например, в Мексике, если мы смотрим на карту мира и Мексика, которая меня очень интересует, там есть серия других движений. Анархисты, за которыми я тоже слежу. Там есть, строятся эко-вилледжи, то есть и в Коста-Рике, и в Мексике, и в других странах есть еще другие поселения, которые тоже могут интересовать людей. Там тоже есть, как бы, но там не контракт, там немножко по-другому это работает. Сейчас, если мы говорим о фонде свободных городов, это их карта, это их проекты. Извините. Ага, не, да, ничего страшного. Я просто хочу по времени сориентировать. У нас 10 минуточек еще осталось. Хорошо. Вот, например, два проекта, вот о которых я начала говорить. Центральная Это Америка, да? Гондурас. Да. Один проект для местных людей, то, что называется для рабочих. А второй проект Суидад Моразан уже построен, то есть, ну, будут строиться, наверное, следующие линии фазы. Проспера – это для иностранцев.
Извините. Туда приехали представители компаний, которые занимаются научными разработками, потому что там им больше нравится, там дешевле жизнь, и там собрались, в общем-то, серьезные ученые, которые работают в области долголетия. То есть те медицинские исследования, которые, ну, по каким-то причинам, в общем-то, не разрешаются в Соединенных Штатах, в Канаде, которые отстают. Канада и Соединенные Штаты, я знаю, для кого-то это будет звучать, может быть, дико, но по определенным направлениях отстают исследования из-за регуляции, из-за того, что не дают им развиваться. Так вот, они происходят в Проспере, и они происходят в Community Lab. Вот так, такая страна, как Гондурас. Там отдельный остров Руатан, при этом жизнь там коралловые рифы, там очень красиво. Вот туда приезжают дигитальные цифровые кочевники, туда приезжают люди с амбициями, ученые, и там сегодня происходят разработки. То есть туда попасть могут только определенные люди, которые им нужны. Вы знаете, я думаю, что на сегодняшний момент я просто посмотрела, кто там живет, о чем они говорят. Вы, наверное, тоже можете туда поехать на пару месяцев, но вопрос, будет ли вам там интересно, да? Ну, потому что там собирается молодежь, они... Кстати, во всех этих городах язык английский. То есть и в новых городах, которые будут возникать, международный язык английский, потому что, в принципе, люди из разных стран. В данном То есть случае это нужно удобно. подбирать такое свободное поселение еще и под свои интересы. Чем я и занимаюсь, почему мне это и интересно, потому что, во-первых, вот так же, как в разных экспат-комьюнитис, в разных странах, естественно, живут разные люди разного возраста, разных интересов, также и вот эти комьюнити, которые существуют, вот Либерленд уже на карте, А в Африке рядом. сколько? В Африке очень интересные проекты, да. Это особая тема. Там фермы, ну такие очень индустриальные фермы. Есть одна очень интересная, активная интерпренер из Африки. Она мне страшно нравится, я ее слушала еще раньше. И не только она, несколько из Европы туда. Во-первых, там есть места с хорошим климатом. Очень интересные проекты, мы до них даже сейчас не дойдем, до Африки. Я сама вот восхитилась. Это чартерные города. Опять же, у них немножко другая структура. Есть свободные города, есть чартерные города. Вот есть какой-то, я вот, по-моему, в Филиппинах, Аркпад. Вот я хочу послушать, вот я раньше об этом городе не знала, но он имеет место быть. То, что может быть интересно, а может быть и знакомо нашим русскоязычным слушателям, это Монте-Либера в Монтенегро, в городе Бар, Черногории. Была организована, и 2 года как существует, организована русскоязычными молодыми людьми, скажем, из России, Украины, из других стран, которые тоже к ним примыкают. Фактически и Либерленд, Монте-Либера, они разработали свою валюту. То есть они пока это не называют государством, потому что они находятся на территории Черногории, в принципе, зачем? Вот. Но у них своя внутренняя валюта, у них свой указ, свои законы. Я думаю, что можно пойти на их сайт, посмотреть, насколько это отвечает вашим интересам, как бы жизни. Они уже начали строить. То есть до этого они снимали, теперь они в городе Бар, они уже строят. Я уже видела проекты, там дом, как бы то, что называется co-living, общее Как здание, в котором интересно, я значит. только что была в баре Да. пару Да, вы недель были в назад, баре да. и не знали. Да, Вот, не но, знала. значит, вот я просто... Можно найти в Телеграме. В Телеграме можно найти как бы все эти комьюнити. У Монте-Либера есть и по-русски группа, и на английском группа. Вот. Все остальные, потому что, конечно, они хотят привлечь молодежь из других стран тоже. Есть, например, вот комьюнити, который называется Либерстад в Норвегии.
Ну, как по мне, это такая более как бы сельскохозяйственно ориентированная группа. Хотя, может, кому-то нравится такой образ жизни. Идеи в основном либертарианские. Но вот вы все время говорите про то, что это молодежь, молодежь, молодежь. Вот. Да, тогда Это как вы? так, как я определяю. Но, во-первых, молодежь идет впереди, но это не значит, что к ним не Давайте присоединятся уберем другие люди. уже картиночку, просто Давайте. опять поговорим. Да, Я спасибо, просто что хочу еще поделилась. раз показать вот это. Freedom – это то, что я, например, определяю для себя. Вот есть, если говорить о людях разного, ну, разных поколений, существует Eco Villages в Панаме. Они сейчас строят. И я знаю как бы руководителя этого проекта, я очень интересуюсь этим проектом уже несколько лет, я его тоже как бы рекламирую. И еще один проект, который меня лично интересует как опция для жизни, это компания Freedom, Freedom actually. Они уже, Это я Португалия или сейчас что? уйду отсюда. Они, значит, начали в Португалии. Следующий сайт у них на Азорских островах, но это тоже Португалия. И, в принципе, Freedom, если посмотреть на их сайт, до 2034 года у них цель построить 100 поселений подобных на земном шаре, только у этой компании. То есть из чего я делаю вывод, и как-то я говорила, там, ну, в общем, что они будут покупают уже землю. Ну, конечно, это зависит от инвесторов. То есть в данном случае я думаю, что покупается земля, вот, и на ней потом строится, ну, в зависимости от там местных условий, строится новое поселение. То есть если говорить о свободных городах, так, чтобы вас как бы совсем не запутать, то есть есть Уже можно компания, запутывать, я запуталась. Есть компания, называется Фонд свободных городов. Но под этой компанией, как бы под этой шапкой, вот собираются проекты. Какие-то из них проекты, что называется, в сельской местности, то, что называется эко-вилледжес, на природе. Очень красивые места на Азорских островах. То есть это для любителей жизни на природе. При всем при этом, те дома, которые они строят, это все новейшие технологии. Это не значит, что вы будете жить, ну, в каких-то там хибарках. Вот. Я просто видела эти проекты и то, что эко-ливинг строит. Это могут быть даже лакшери дома. То есть от tiny home, от маленьких домиков, которые там с солнечными батареями, то, что называется self-sufficient, то есть они обычно у какого-то источника воды, у них там какие-то огороды рядом, или ты можешь, если хочешь, сам себе выращивать пищу, выращивать фрукты, овощи. Есть у них ферма, как мне Патрик Хиберт рассказывал. Кстати, интервью с Патриком, который руководит этими строительствами и другими лидерами этих проектов, которые меня интересуют, будут уже скоро. Я записала несколько интервью, я слежу за этими проектами, будут на моем канале. Но вот вот эти поселения как раз рассчитаны на людей, для людей разных поколений. Причем они вначале, как мы с ним познакомились, как раз они строили поселения для пенсионеров, которыми я, так сказать, интересовалась в 2019 году. Это как я узнала Патрика, который, кстати, из Канады, но живет уже много лет в Центральной Америке. Они уже построили в Никарагуа, они построили в Белизе. Меня лично интересует вот то, что они делают, то, что они строят в Панаме. И вот они уже купили землю в Аргентине. Меня лично очень интересует Аргентина, так как многим очень нравится, ну, харизматичный, скажем, президент, новый президент Милей Аргентины, который, кстати, активный, почетный член, естественно, Свободной Республики Либерленд. Ну, то есть это вот примерно вот, ну, разные В общем, люди, конечно, что-то туда интересное входят. ждет нас на нашем веку. Да. Вот. Но что я хочу сказать, что действительно разный бюджет, разные страны, разные климатические зоны, разные интересы. И я считаю, что это очень хорошо. Пусть для молодежи, вот у них есть Монтелибера, есть еще очень много. И я вам просто хочу сказать, что я вот слежу за сайтом, где, ну, база данных новых проектов, и за несколько недель последних
Это просто как грибы. То есть я считала, что я знала эти проекты, и вдруг я вот в процессе подготовки к сегодняшнему разговору зашла на этот сайт и увидела, что просто огромное количество новых проектов появилось. Какие-то из них виртуальные. Есть то, что называется Network States, страны виртуальные. В них это отдельная интересная тема. И эта тема меня тоже интересует, потому что Либерленд, вот я как построить виртуальную сторону тоже. То есть есть физическая сторона и будет уже строиться. И я даже видела там, это Metaverse. И хотя меня больше интересуют страны, то, что называется, и поселения физически, куда можно поехать, где можно жить, но опция знакомства с людьми и общения в Metaverse, ну, это то, что нравится молодежи. Ну, в общем, я тоже иногда этим балуюсь. Спасибо большое, Эмили, что вы И нас опять же. погрузили немножко в эту тему. Вот, я понимаю, что она очень такая большая, но Большая. да, если у нас будут потом какие-то вопросы, в общем, мы на связи. Я поставлю все ваши контакты под это видео. Вот, спасибо огромное, было очень приятно видеть ваши горящие глаза. Вот, дай Спасибо. Бог, чтобы это все получилось, и чтобы у людей была еще даже не одна опция, где жить и где познавать свободу в том смысле, в которой люди ее понимают. Да, кстати, один из примеров, который приводится Free City Foundation, это город Одесса, который развивался именно как свободный город. И когда Екатерина пригласила французов и немцев и отдала им вот это маленькое поселение, порт, значит, на юге России, ну, не будем сейчас уже, вот, и успех Одессы как города, в общем, оригинальной культуры, самобытного, в котором люди разных национальностей действительно жили, развивали бизнес, это один из примеров, исторических примеров, так поближе к нам, да, то есть Венеция это была там, а Одесса это была как город. И при Екатерине, оказывается, это был третий или четвертый важный город в Российской империи. То есть когда Одесса была на вершине своего развития именно как свободная зона. То есть прецеденты были, примеры есть, и эти города, и микронации, и eco-living, ну, villages, поселения развиваются. Если будет интересно, я буду больше о них рассказывать. Спасибо вам большое. Да, желаю вам успеха. Желаю съездить на, вернее, поучаствовать в интереснейшей конференции, которая, знаю, вас ждет, где вы получите больше знаний. Вот, все, мы на связи. С вами была Марина Белиловская и Эмили Брон. Спасибо большое. Спасибо огромное. И пусть ваша увлеченность улучшает ваше качество жизни с каждым днем. Всего вам Спасибо, спасибо. Буду рада самого делиться доброго. информацией. До Всего свидания. доброго.